Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас 14 февраля. Сами понимаете, необычный это день. Это все-таки день типа всех влюбленных. Хотя, по факту, конечно, не настолько он и для всех влюбленных. То есть, если всю историю знаете, ну, я думаю, понимаете, что это за день такой. Но в любом случае, сегодня будет работы, думаю, много. Время уже 12 часов. Выхожу уже на линию. Включен только К+, и использован промокод, так что сегодня должна быть смена жирная. В общем, сейчас и посмотрим. Ну а так, и давайте покажу вам, сколько вообще получил заработать за пятницу и субботу. Получается, за пятницу, опять же, с промокодом, получил заработать 7600, и даже не успел вам ничего сказать, поселок Стрельна. Блин, не знаю. И че, блин, отменить нельзя, а? Ладно. Пофиг возьму, потому что промокод использовал и сразу же заказ пришел, но обратно вернусь, там недалеко ехать. А, и получается, в субботу заработал даже целых 9000 рублей, тоже это был использован промокод, сделал 18 заказов. Ладно, в общем, погнал на заказ, а то что-то как-то, я только вышел на линию, сразу заказ по К+ пришел, еще с кэпом. Как же не взять его еще, когда промокод использован. В общем, погнали работать. Да, здравствуйте. Стрельно, да, у вас? Да. Ну все, пригнали, 439 рублей вышло, минут 15 на максимум ехали, так что вообще нормально. И, кстати, сразу, пока мы ехали, получил заказ до Пушкина. Ну, я, понятное дело, его взял, потому что я люблю такие заказы брать. Ну, я, конечно, не спорю, что такие заказы не всегда будет выгодно, но Пушкин – это то место, где можно, в принципе, уехать и можно доехать до Питера. Поэтому можно до Пушкина скататься. Тем более пока плюс, еще вроде даже кайф был. Поэтому погнали. Здравствуйте. Ну, я это оставлю, ну, да, оставьте. Пушкин, да, у вас? Да. А что у меня там? Так, подождите. Так, телефон. Сейчас, подождите, все проверю. А у меня что там написано? Наличные или карта? Наличные. Ага. 1060. Да. Хорошо. Так, а если я вам оплачу переводом на карту, можно? Ну, если Сбербанк, да. Ну что, я в Пушкине уже завершил заказ. 37 минут за 1060 рублей. И надо что-то выбираться, выставлять по делам и ехать в сторону города. Удивительно и странно, но сколько тут не езжу по Пушкину и включенный комфорт и комфорт плюс, заказов так и не приходит. В общем, наверное, все-таки поеду я в город, потому что здесь можно реально долго прождать. Хотя обычно в такое время, в выходной день, ты уж, ну, дают какой-то заказ в сторону-то города. Но, походу, из Пушкина никто не хочет убираться, поэтому будем выбираться пустыми. Но это не точно. Опа-на! А вот и заказик, ребята! Блин, а перестроится другой ряд. А вот и заказик, наконец-таки. Я даже думал, что не получу заказик, а получил заказик. И поедем мы в другой конец города. Аху! Ну, короче, вы поняли. Это жирный заказ. Это вроде, конечно, был комфорт, но все равно это жирный заказ. В общем, погнали. Ну, то есть, вы как поняли, кнопочка-то по делам сработала. Как раз-таки другой конец города был выставлен, и она сработала. В общем, вообще, гуд. Так что из Пушкина я выбрался не пустой. Короче, дело к ночи. Доехали за 55 минут, и то потому, что, получается, ехали по ЗСД. А так, конечно, заказ, ну, не особо классный, то, что ехали в другой конец города с Пушкина, сами понимаете. А все-таки приличное расстояние, 50 километров. Ну, да ладно. В принципе, главное, выбрался из Пушкина, тоже хорошо. Но я в любом случае этому заказу доволен, потому что, опять же, это было без комиссии. И, честно говоря, мне такие заказы нравятся. Просто вы всегда говорите, что это вообще невыгодно. Я поэтому тоже начинаю говорить, ну да, это невыгодно, это так себе заказ. Хотя, по факту, я всегда такие заказы люблю, и мне они нравятся. Ну, только что, да, километраж большой, но в любом случае такая вот работа у нас. То есть, ну, Яндекс лучше не дает. То есть, можно было, конечно, ждать К+, вечность. Но и, в принципе, и так нормально. Из Пушкина за 1300 доехать до города. И, кстати, заказы тоже сейчас есть, потому что находимся на севере города. И, в принципе, здесь работа есть. Ну, а так, за, получается, почти 3 часа накатал почти 3 косаря. Считаю, неплохо, хоть и без комиссии, но все равно неплохо. Во! Комфорт плюс и кэф 1.4. Но почему 1.4? Да потому что, блин, я не знаю, как по-другому это сказать. Тут без блин не скажешь ничего, потому что блин это типа место мата, сами понимаете какого. Но
Ладно, едем, но это, конечно, жестко. Тут ехать минуту, наверное, минуту, буквально минуту, реально. Короче, пошло платное ожидание, оплата наличными, надо нафиг звонить. Потому что мне это не нравится, когда такая фигня за наличку. Абонент не отвечает. Короче, 10 минут времени потерял из-за этих мудаков, которые, понятное дело, не пришли. В общем, отменяю заказ и еду нафиг хавать сам. Потому что, ну, что-то мне как-то уже не хочется работать. Ну, тем более, кэфы они пропадают. Поэтому нужно перекусить, так как время 3 часа. И уже дальше с новыми силами, так скажем, начать работать. Не успела даже машину сесть, уже заказ пришел. То есть я даже только с обеда пришел, и сразу заказ пришел. Я даже машину не успел реально сесть нормально. В общем, едем. А так такое ощущение, как будто меня человек ждал, пока я там доем свою шаверму и приду, начну работать. Потому что, я говорю, включаю таксометр сразу, заказ, платная подача, давай едь. В общем, едем. Здравствуйте. Я не слышу, что говорите. Я вышла заранее и стою. Ага. Что-то сегодня далеко много ажиотаж на машине. Такая сегодня что-то 14 праздник, февраля. Праздник. Праздник, типа, да. Вот многие, видимо, празднуют. Оказался, да. Быстренько завершаем заказ. 23 минуты 520 рублей. И сразу получен влет. Следующий заказ. Поедем, как понял, на просвещение. То есть обратно на север города. День добрый. Да, здравствуйте. Вот стоите так экстремально, тут это, женщина на больших машинах ездит. Да я понимаю, просто пассажиру здесь показал. Я фугасик, просто я смотрите, ну. Я еще отъеду. Женщина на больших машинах сейчас собьют меня, и все. Ну, походу ко мне. Сука, блин. В общем, приехали. Пересчиталась поездка по-любому, потому что поменяли адрес 48 минут за 923 рубля. Изначально было 600 рублей, так что вообще good. И самое прикольное, что опять цепочка приходит заказ по каплюсу, поэтому едем туда. Короче, надо уезжать, сюда мешаю всем. 309 рублей. Но вы не поверите, дали 4 соточки. Нормально. В общем, едем дальше. Коэффициенты. Правда, комфорт плюс без коэффициентов, но при этом идут заказы цепочечкой. В общем, погнали работать. А сейчас, ребятки, будет жирный заказ, потому что коплюс и потому что едем в другой конец города. Вот это я понимаю, а то коротыши катаю, уже понадоело, и Яндекс дает мне офигенный жирный заказ, так что едем. При этом еще пассажир умничка, потому что едем по платной дороге. Короче, ребята, при вас завершаю заказ. 46 минут ехали. Вот столько получается. Вот столько. 1199 рублей. Не знаю, почему так мало, но, скорее всего, наверное, из-за того, что по ЗСД поехали, и пассажир так выбрал поездку, и поэтому поездка считается, типа, дешевой. Вот, но за 40 минут и доехали, чуть побольше. Так что, в принципе, тоже нормально. И самое, что прикольное, пассажир заметил камеру и попросил камеру убрать. Но я, благо, вообще его, в принципе, не снимал. То есть камера просто так стояла выключенная. Но все-таки есть кому это не нравится. Это как бы понятное дело, но, видите, все-таки есть люди, которые прям принципиально просят даже камеру убрать. Вот. Но пока жду заказ. Для вас такая хреновая новость от Яндекса, которую, думаю, может быть, уже все знают, но все-таки тоже хочу вам рассказать о ней. Это то, что Яндекс решил просто понизить баллы, вот эти активности, или как они там называются, которые вы получаете за заказ. То есть потом, когда вы баллы эти накопите, вы можете получить свое там золото, платину и так далее. То есть, чтобы видеть конечку. И чтобы, получается, получать баллы приоритета. И теперь все, как видите, вот здесь скриншотик я вам прикуплю в любом случае. Все,
Все, ты хрен теперь наберешь на золото, на платину. Если ты только постоянно не ишачишь в такси, тогда, может быть, наберешь. Но в Комфорте Плюс, допустим, я вот когда раньше работал, да, я, да, добивал там до 16 тысяч, до 17 тысяч этих баллов, то есть даже перебором. Но теперь я даже десяточку, мне кажется, не набью, потому что в Коплюсе в любом случае заказов меньше. И это значит, нужно или же дохренище работать, или же просто катать все подряд, чтобы эти баллы гребаные набить, чтобы получить свою там платину. В общем, жесть. В общем, не успел ехать из Солнечного города, как дали заказ из Солнечного города. Поедем на Фуршатскую, в центр города, где, кстати, сейчас нет почему-то коэффициентов. Ну да ладно, в любом случае, заказ неплохой, можно сказать, даже жирный, поэтому едем на него. Ну это, конечно же, Коплюс. Ну и самое удивительное, что сегодня Коплюс легко очень катается. То есть, прям, можно сказать, цепочкой идут заказы. Иногда, конечно, бывает, приходится ждать, но там максимум 5-10 минут. А если еще и проехаться, то тем более сразу заказ ловишь. Так что сегодня Коплюс вообще в ударе, то есть вообще не приходится же комфорт включать. Хотя вроде комфорт включал, но чисто так, чтобы выбраться там из деревни какой-нибудь и все. Весело вышла поездочка, короче, вышла 1147 рублей, даже перерасчиталась, потому что точку меняли 100 раз по ходу дела. А меняли причем не сами пассажиры, походу кто-то им вызвал такси, вот, и не знаю, что-то у них там произошло, в общем, получилось, была оплата по безналу, потом стала оплата по наличке. Потом, видимо, чтобы поменять на безнал, они начали менять точку, потом туда есть, туда не сюда есть. В итоге нужно было все-таки сразу на конечную точку ехать, но маршрут строил вообще на другие адреса. В общем, какая-то хрень творилась весь путь. Вот. Но главное, что перерасчиталось и оплатилось по безналу. То есть, в принципе, как должно было быть. Ну и даже на 100 рублей побольше заработал. Поэтому как-то так. Ах да, и цепочка получил заказ. Кстати, к нему муж уже приехал. Мужик так стал, что ж беременная девушка решила выйти и пойти пешком. В общем, совершаем заказ. 29 минут мы ехали. И 554 рубля. И опять цепочка, получаем Коплюс, причем с кэфом. Я просто в шоке с сегодняшнего дня, потому что просто цепочка, херначит Коплюс. Это что такое? Как такое может быть вообще? Ну и, кстати, пару слов по поводу предыдущего заказа, который там на косарь с чем-то вышел. В общем, деньги-то не пришли. Вот я прям чувствовал, что какая-то махинация прям попахивает. В общем, буду писать техподдержку, выяснять, потому что закрылся заказ по безналу, поэтому пускай в любом случае мне компенсируют эту поездку. Может быть, конечно, какой-то глюк, но мне кажется, что-то они там мудрили. То, что типа не они заказали, не они адреса меняли, которые адреса вообще типа непонятные, просто так вот от балды ставили. В общем, будем выяснять и пытаться свои денежки получить. Хотя, может быть, на момент вот выхода ролика уже информация совершенно другая, и деньги уже пришли. Ну что, 22 минуты целых и 754 рубля. Вот это понимаю цену. Вот такой должен быть Коплюс, правильно? Я так считаю. И сразу пришел заказ, чё, блин? Иди в жопу, я сейчас отменю нафиг тебя. Вот хреново, когда, получается, везешь клиента, не смотришь, что ты вообще берешь, что за заказ. Там, конечно, была платная подача, но, опять же, на копейки. И непонятно, был вообще ли коэффициент. Смысл есть ли вообще туда ехать? Ну, походу, надо ехать. Потому что они, конечно же, отменять не будут, им же нужно доехать. Я как бы понимаю этих людей. Поэтому надо Коплюс заказы, чтобы хоть кто-нибудь заехал за ними. В общем, гоним тогда. А по факту, конечно, надо как-то выбраться в центр, потому что сейчас в центре вся движуха, а я все нахожусь на окраине. Вот только не знаю, как выбраться туда, блин. Потому что заказов-то туда хрен дадут, а пустым ехать тоже не вариант. То есть сейчас все-таки надо заказ выполню и посмотрю, что там вообще по ситуации. Может быть, в центр поеду, а может быть, поеду просто, где коэффициент. Потому что здесь почему-то уже кайфов нету. И смысл без кайфов вообще катать. Короче, пошло уже платное ожидание, но хотя бы это безнал, поэтому без разницы, подождем, конечно. Тем более, коротыш, можно подождать хоть немножко денежек сколотить с этой поездки побольше. Здравствуйте. Этот, куда мы днем ездили, в Ситаинский курорт, гуляли туда, вот, а потом в ресторан. Нужно ли здесь у нас ничего? А там у вас по карте. А, у меня по карте? Да. Спасибо. Спасибо. Все доброго. До свидания. Ну вы видели, господа, соточка. 300 рублей заказ сам вышел, и еще соточка, хотел он дать еще наличкой, как понял, 300 рублей, но в любом случае мне соточка досталась так и так, так что нормально.
В принципе, за 400 рублей можно по дворам покататься, я думаю. Но в любом случае надо будет ехать сейчас в сторону дома. Вот, ловить заказы в сторону дома, может быть, в центре что-нибудь поймаю. Ну, то есть как-то, может, повезет. Потому что здесь я на районе не хочу находиться, потому что район мне что-то здесь не нравится. А-ля Кудрово, потому что здесь очень узкие улочки, и очень трудно разъезжаться с машинами. Короче, ребят, доехал практически до центра, включил мой район и уже получил заказ. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но я получил заказ Комфорт Плюс. И это коэффициент еще был 2.3. В общем, едем, сейчас проверим, сколько вообще получится заработать. Но это, понятное дело, коротыш, но все равно это до хера по коэффициентам выходит. Завершаем заказ. И 7 минут, и 509 рублев. Вот это я понимаю заказы. Вот это понимаю Комфорт Плюс. Вот так и должно быть. Вот так и должно всегда быть. Это точно. Комфорт. КЭФ 3.2. 3.2! Я в шоке, реально. Я просто в шоке. Ой, короче, едем. Итак, 10 минут, 476 рублей. Ну, как понимаете, поездка пересчиталась, так что даже вышло чуть дороже, чем должно было быть. Хотя было 400 рублей. И самое интересное то, что пассажир, который заказал такси во время поездки, до сих пор меня ждет, а ехать до него 8 минут. Ну, что-то не покажет, что 8, да, вот, 8 минут. Ну, ладно, что, если ждет, значит, очень надо. В общем, едем. Причем поездка, кстати, не такая уж и маленькая, получается, по длине, так скажем. Жданская, да? Да, там кальянная. Ну, через шлагбаум приезжать, там надо будет сказать, что в кальянную пропустить. Ага. Сейчас все уже, все открыто? Ну, да, поздно? Да вроде да. Да вроде да, открыто. Ага. Рестораны, все эти всякие бары, клубы, там все работает по ночи. Ага. Ну, наконец-таки. Да. Долго не тянули с этим. Да, мы тоже что-то ждали, а толку-то же не было. Короче, ребзики, 550 рублей с этого заказа получаем и едем сразу на следующий заказ, который здесь же находится. В общем, вообще good. И это был, кстати, Комфорт Плюс с коэффициентом... О, Комфорт Плюс был с коэффициентом 2.0. 2.0 просто. Так что все в ажуре и все в шоколаде. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Там нет. Так. Вот смотрите. Так, подлокотник. Подлокотник. Вот. Дальше. Нет. Дальше? Ага, вот. Что, ага. Ничего не вижу, извините, пожалуйста. Да ничего. Nice. Блин, даже не успеваю нормально снять все. Короче, 380 рублей за минут 6 пути. Не знаю, коплюс вроде был, вроде коплюс. И сразу заказ. Комфорт 1.9 коэффициент. Но это уже, конечно, не так сильно интересно, хотя ехать здесь до хера, поэтому это интересно с таким ТКФом. В общем, гоним. Просто крутой здесь вид, реально. Я опять же в это же место приехал, откуда забрал только что девушку и откуда привез мужчину. В общем, место такое, видимо, значимое, очень крутое. Потому что здесь кальянная вся херня. В общем, ждем пассажира. Если честно, задолбался я уже работать. 653 рубля, ехали 20 минут. Надо в сторону дома выставлять заказы. Потому что я что-то уже настолько устал, что хочу уже домой. Ну и, в принципе, смену на свою заканчивать. Поэтому вставляем в сторону дома. Поездки закончились. В смысле? Так, понятно. Иначе я все поездки использовал. Значит, выставляем по делам резко. Ищем заказы по делам, потому что у меня промокодик-то использован до какого-то там времени ночи. Так что, может быть, еще успею без комиссии сгонять. В общем, ждем заказов. Короче, поймал заказ. Конечно, не прям в сторону дома, но, по крайней мере, немножко в ту сторону. То есть, другой конец города, точнее, другой конец центра. Вот, поэтому сейчас едем. Коэффициент 2.0, и это комфорт. Но 2.0 коэффициент, там расстояние не маленькое, поэтому тоже рублей 500-600 точно. Походу, пьяненькие будут. Здравствуйте, перевозная, да? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Там вот ручка. А? Подлокотник, вторая ручка. Ага. Что-то вам надо рейтинг поправить. Как-то вас это... Что мне? Не любят.
знаете, тут рейтинг, у меня пятерка была. Один пассажир единицу поставит там за что-нибудь. И ну, рейтинг сразу... поставить, все. Спасибо. Да не за что, господи. Не, просто у нас так сделан рейтинг, реально. То есть ты можешь там пятерку набить, там набиваешь, не знаю, полгода пятерку. Потому что набить пятерку это очень сложно. Вот. А потом один пассажир поставит единицу, и тебе сразу там 4,90 там. Что единицы можно ставить, что у человека настроение плохое? Ну просто настроение плохое, может скидку какую-то хочешь получить. Ну, бывает за скидку. Какую скидку если в предложении заказываем? Не, ну типа бывает, что типа вот водитель плохой, там, не знаю, плохо себя вел. Он пишет техподдержку, жалуется на него, хотя это настолько, ну, не то, что не проверит, это не узнает. Вот, и... Автоматически. А? Снижает. Ну, да. И могу скидку типа дать на следующую поездку, чтобы как-то пассажиру приятно сделать. Да, да, да. У вас, если что, есть карта какая-нибудь? Карта? Ну, Сбербанка. Типа, а, да, да, есть. На всякий случай. Такова же оплата карты. Да, стоит. Я понимаю. Ну, как-то будет. Ну, если что, будет плохо, говорите просто. Я вот, да. Уснула? Уснула? Да. Дышит воздухом. Надеюсь, что просто дышит. Ну, вот сразу, да, лучше говорите, что... Да я понимаю, что машина. Дышит там. Да? Давай, сейчас, подождите. Все, ребзики, это последний заказ. Больше мы не катаем. Что-то мне кажется, это был намек, что хватит сегодня работать. Ну и сейчас заеду до дома и подведем итоги. А, кстати, заказ завершу. Кстати, да, завершу заказ. 475 рублей за 16 минут. О, не, все, точно нафиг. Больше брать не буду ничего. Ладно, короче, надо домой ехать. Ну ладно, что буду вас томить. Короче, пробег получился у меня сегодня 322 километра и 10 литров на сотню. Ну, это примерно в деньгах, если, ну, полторашечка, наверное, на бензин ушла. Но заработал я, ребят, вы не поверите, я сам не верю. 12 тысяч рублей! Просто жестко, охрененно. Ну, а если чистыми, примерно 10,5 тысяч рублей. Ну, все, сами видите сейчас на экране. Поэтому я считаю, это просто мега крутая смена вышла у меня, потому что это, ой, мой реально рекорд, рекорд большущий, рекорд по заработку за 12 часов, потому что краски смена была ровно 12 часов. Поэтому совсем неплохо, ну не забывайте, что был использован промокод. В общем, кому понравился данный видос, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Потому что по-любому есть кто еще не подписан, но смотрит меня. Ну а я погнал домой, потому что уже реально хочется спать. В общем, всем пока и удачи вам.